Всем привет из Санкт-Петербурга, меня зовут Артем. На сайте стеклоподъемник РФ заказал подъемный механизм стекла для Kia Spectra Ижевской сборки. Посоветовали мне ребята с сайта ВКонтакте, группа Kia Spectra. Вот. Только положительные отзывы о данном продукте. Работает очень долго и не хуже оригинального. Поэтому решил сделать заказ. Заказ сложности не вызвал, буквально 3 минуты, вот, и через 10-15 минут мне перезвонила девушка уточнить детали. Вот, я оформил, значит, доставку на дом, вот, стоило это мне 370 рублей, а сам стеклоподъемник стоит 1950 рублей. То есть за 2300 рублей мне привезли его домой, практически оригинальный стеклоподъемник. По работе, думаю, разницы никакой не будет. По крайней мере, так пишут ребята с форумов. Платил я наличными курьеру. Можно было и банковской картой, но мне было удобнее наличными. Проблем абсолютно никаких не было. Заказал я в воскресенье, привезли в четверг в обед. Ну что, давайте откроем и посмотрим, что внутри. Наложили дополнительные бумаги, чтобы коробка не болталась. Собственно, сама коробочка. Внутри коробки механизм и краткая техническая характеристика, указания по монтажу и гарантийные обязательства. Срок работы изделий, гарантийный срок работы изделий 3 года с момента изготовления. Так. Изготовлен 27 сентября 2019 года. Далее. Ну, выглядит он практически так же, как оригинальный. Просто сам по себе моторчик немножко другой модификации. Внешне выглядит надежно. Покрыт смазкой, маслом каким-то. Поэтому поставим, когда будем уже смотреть, как работает на месте. Видео по монтажу также сниму и покажу для вас. Спасибо.